Итак, в одном античном магазине, в котором я как-то, я редко захожу, но захожу, нашла я вот такие, сразу покажу вторую, вот такие две брошки. И решила взять их обеих. Во-первых, они как-то даже подходят по цвету, во-вторых, по тематике. Начну я, наверное, показывать вот эту брошь. Тоже, как и это у нас, по-видимому, Божьи коровки. Я так думаю, что это тоже Божья коровка, потому что у нее тоже как будто бы пятнышки на крылышках, и она такая кругленькая. Но она, конечно, совсем в другом стиле. Тут такой серебристый металл и бесцветные кристаллы. Кристаллов много, гораздо, то есть металла тут гораздо меньше, чем стекла. А это стекло, по-моему. Это стекло. В общем, необычное. Мне оно показалось необычным. Ничего похожего в интернете я не смогла найти. Искала, но не нашла подобной. Вот такая у нее застежечка. И у нее даже есть маркировка на ножке. Вот тут вот. Но она такая маленькая, не очень самая четкая маркировка. Но мне кажется, что... Ну, точка моя тоже посмотрела, она сказала, что там буква «С». Но мне кажется, там не буква «С», там лебедь. Вот этот лебедь Сваровский. Поэтому она могла увидеть букву «С». Но на самом деле это могла, наверное, скорее всего, вот эта вот форма лебедя Сваровский. Но очень у нее даже в лупу очень трудно усмотреть. Она не очень четкая, вот эта маркировка. Но так как тут очень много кристаллов, я таки думаю, что это от Сваровски. Такая вот брошка. Ну, а это вообще, которые ставятся на плечо. Батлер Уилсон есть такие известные броши, по-моему, ящерица и танцующая пара. Такие вот длинные броши, которые свисают снизу. Но таких у Батлер Уилсон я не нашла тоже. Так что не знаю, чья она. И так как это броши насекомые, я решила быстренько напомнить. Я люблю броши насекомые покупать. Решила быстренько напомнить, что какие у меня есть еще. И, кстати, тоже от Сваровски. Вот такие вот. Ой. Вот такие вот две брошки. Эти в золотом тоне. Тоже обе от Сваровски. Одну в интернете покупала, одну в магазине. Тут маркировка САЛ. Это тоже Сваровски. А тут маркировка лебедь на брюшке у нее. Пчелка. И кажется, тоже, кстати, Божья коровка. Или жучок какой-нибудь. И есть у меня еще вот такая вот мушка. Она не сильно винтажная. Это американская компания, которая, по-моему, существует и по сей день. Энн Коплик. По-моему, из Нью-Йорка. Кстати, она, наверное, подошла бы к этим двум брошкам. И так, где у меня остальные мои насекомые? И есть у меня еще вот такие вот насекомые. Вот такая вот паутинка с паучком. Мне кажется, это Эйвен, потому что в интернете я видела очень похожие серьги. Но маркировок нету. Но очень похожие серьги, паучки я видела от Эйвен.
Вот такая вот брошка со стрекозой, такого бледно-золотистого цвета, с синим кристаллом. Это, кажется, тоже Avon, хотя она тоже не маркированная, но у меня очень есть похожее кольцо и колье такого тоже бледно-золотого цвета, с таким же цветом кристаллов и формой кристаллов синего цвета, поэтому мне кажется, что это тоже Avon. Вот такой вот паучок у меня есть, который, как мне кажется, не сильно старенький. Тоже могла бы подойти, кстати, вот этим брошкам, потому что она в серебристом таком цвете, с черными глазками. Только кристалл тут такой интересный, голубого цвета и зеленого цвета. Глазки у нее бесцветного цвета, но тут не хватает одного глазика, кстати. А тут у нее зеленые кристаллы, и тут вот у нее тоже не хватает одного зеленого кристалла на одном крылышке. Но, в принципе, я их и так ношу. Не особо заметно, что не хватает. Постоянно слетает камера, по-моему, мне не хватает больше. Памяти не хватает. В общем, на этом все. Дальше покажу то, что я покупала в секонд-хенде.